Ну что ж, понеслась следующая глава. Есть что-то? Ничего. Ничего не вижу. Говорю снова же, пиздёшь, да, вот дверь это дохлый номер. Что бы там ни было, она дорожит этим, поэтому пиздёшь и запрятала наглухо. Думаю, нужно лишь решить головоломку. Тут пустое гнездо. Чего-то явно не хватает для полной картины. Окей. Допустим, мы пойдем рыскать в поисках пропавшего цилиндра или чего-то в этом духе. Даже если найдем его, как найти полное решение? Может, где-то здесь в Атриуме есть еще какие-то подсказки? А зачем вообще оставлять подсказки к хитроумной двери у всех на виду? Буквально перед самой дверью. Ну, может... Так? Отлично. О, не думал, что у меня получится. Как-то подозрительно. Угу. Как-то охуевше подозрительно. Беги, старая кляча, давай, блядь. На перегонки нахуй побежали. Да, понятно. Куклы ебучие, блядь. Бумажки ебаные, блядь. Ха, какая-то дорогая пленка. Ключи, блядь. Есть одна мудрость про ключи. Есть ключ, значит, есть замок. Сама придумала, Мэдди. Ебать, ты гений, Мэдди. Теперь осталось дверь, блядь, найти. Найдешь? Я тебе пятюню, блядь, дам. Не найдешь? Нахуй пошлем. Чего-то не хватает. Что-то настолько странное точно важно. Откроется? Чего-то там не хватает. Чего ж там мне, блядь, не хватает? А, дерево. А ты идешь со мной. Просто грустно. Какой-то молоток. Кажется, он от той статуи мелкого дружочка. Деревенщина и молоток снова вместе. Итак, пора открыть ворота. Какая награда скрывается за этой дверью? И хочу ли я это знать? Может, дело в узоре, но тут черт ногу сломит. Или голову. Много голов.
Паук. Дерево. Я не знаю. Может так? Методом тыкания я натыкал. Ну чё, идемте, блядь, хули встали. Если тебе хотелось узнать, как мыслит Августина, это твой шанс. Ура! Не знаю, чего я ждала, но не этого. Нужно осмотреться. Осторожно. А? Это же музей для, не знаю, херни какой-то. Чего-то неземного точно. Самая нормальная часть игры, блядь, была. Кабанище. Эй, Линда, иди сюда. Уже встречалась такое? Да, бывало. Такая же штука была в моем фильме «Пророчество боли». Когда они открыли склеп, помнишь? О, да, именно! Все в точности так! Только вот склепа в пророчестве боли нет. О, я... Да, прости, я немного перепутал с тем другим, Если так подумать, то ни в одном из моих фильмов склепов нет. Вся эта мистика и древние проклятия вообще не моя тема. Ты же и так в курсе, да? Ведь ты же такой большой фанат. Слушай, я... Ты ведь ни одного моего фильма не видел, правда? Обосрался, да? Я почитатель твоей славы. Ага. А вообще, что касается кино, я как-то больше... По такому. Кассовые фильмы. Клифф Барра. Мои фильмы затрагивают глубину зла в сердцах человечества. Уж прости, что они недостаточно кассовые. Теперь, когда ты раскрыл карты, рассказывай, как на самом деле пленка оказалась у тебя. Если ты правда хочешь знать, то, боюсь, я не могу выдать информацию просто так. Уважительно, не могу предположить свою дружбу. Ярни, завали бала! Пожалуй, погодите. Я могу предложить только одну. А именно? Так, дружбу. Ну все, продолжаем. Ты шутишь, верно? Ты похож на человека, которому нелегко заводить знакомство. Это ты так думаешь? Уверена, что в планы Августины не входит наше милое общение друг с другом. И что? Мы не сможем во всем разобраться и получить хоть какое-то преимущество, если не будем доверять друг другу. Есть только один человек, которому я доверяю. Этот человек я сам. Ты можешь мне верить, Стэн. Я обещаю не лгать тебе. Сука. Если расскажешь мне о своей части пленки. Мне надо подумать над этим. Даже не хочу это.
Так. Ярни, заткнись ты нахуй. Это что, кровь? Да хули ты зависла, блядь. Эй, Линда! Ты должна это увидеть. Что это? Она была открыта на этой странице. Талисманы — источники огромной силы. Принимают разные формы. Часто в виде сувениров прошлых жертв. Жертв. Сувениров прошлых жертв, которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев. Что это значит? Я не знаю. Но это точно важно для Августины, раз она оставила книгу открытой. Может, это... Какой шериф? Это не шериф, но его сын. Седьмой эпизод, блядь. Эпизод за эпизодом, ладно. Может, пора идти за остальными? Он как будто слепо верит всему, что ему говорят. Он умный малый, но и родители могут ошибаться. Вот что ему надо зарубить себе на маленьком носу. Бонни. Он не может вечно оставаться нюней. Бонни. А? Здесь жутко холодно. Может, за остальными и домой? А, холодно. Да. Есть тут у меня кое-что. Мини-грелка. Не. Спасибо, но не стоит пить на работе. Точно? А там и нет все равно. Ой, что-то я даже не заметила, как задубела, пока тащилась сюда за вами. А, я знаю Меру, но мне пришлось слегка ее превысить, чтобы выдержать эти недели дома. Проводить время со своей семьей не так уж и плохо. Ты просто недостаточно хорошо знакома с моей семьей. Я много тусуюсь с Хайме. Хайме... он ничего такой. Ему нужно повзрослеть. Хоть ты убеди его слинять из Сидерхиллс после выпускного. Например, в Нью-Йорк, да куда угодно. Лишь бы не здесь. Не уверена, что Хайме вообще хотел бы куда-то уехать. Он живет в моменте. Может, он и не думал, а вот тебе стоит. Уехать? Ага. Съебаться отсюда. То есть...
Или может там ты как бы что-то происходит, влюблена, может. И поэтому хочешь пока остаться тут? Хватит вам пиздеть. А с чего бы такие вопросики, Бонни Ривера? Слушай, вот чего нельзя отнять у этого зачуханного городишки, так это порции свежих сплетен. За что ты так не любишь Сидр Хиллз? Ты даже символом города была. Ах, тогда я думала, что мир начинается на Мейн-стрит, огибает весь земной шар и снова приводит на Мейн-стрит. Но переехав в Нью-Йорк, я поняла, что настоящий мир начинается на Канал-стрит, мотается туда-сюда между Авеню Си и Вест-Сайд-Хайвей и ведет на 14-ю улицу. Сидер-Хилл сюда не вписывается. А как там твоя группа? Я бы пришла на твое выступление. А, ей хана, крышка, капут. Жалко. Ничего. Группы дело такое. Я просто хотела цеплять девчонок, но сделала большую глупость, замутив вместо группы с коллегой. О? Она прикольная, но как только она поняла, что я хрен знает, когда вернусь в Нью-Йорк, и она и группа оставили меня в прошлом. Ебать, посылочки ваши, блядь. Ты достойна лучшего. Да, я тоже так думаю. Наверное, стоит найти остальных. Наверное, стоит. Уверена? Чтобы я ее ебнули. Только разминалась. Да, уверена. Фу, блядь. Поскорей бы уже. Как только маму выпишут, эта девчонка задаст стрекача. Стрека... Ча. Молча подошел, сунул и пошел. О чем ты вообще? Я уезжаю из Сидер Хиллз. Навсегда. Я же открывал эту коробку. Какого хуя? Понимаю. Обратно? Ну а куда еще? Есть же и другие города. Не, ну. Такой один. Чем займешься? Тем же, что и всегда. Ты игра ебанутая, да, видать? Ты тебе, блядь. Может, фильмы снимать буду. Вот как? Да, будет клёво. Да, точно. А откуда у тебя эта камера? От верблюда, блядь. А она не моя. Я знаю, чья она. Но откуда? Бонни! Там! Мы снимали кадр, руку и банку, и тут Крис увидела что-то только через камеру, но она испугалась. Потом был жуткий звук, а дверь, она потащила ее и... Боже, Бонни, что это за херня? Боже мой! Тише, тише, дружище, все хорошо, все хорошо. Нет, нет, не хорошо, нам надо убираться отсюда. Нам надо линять отсюда прямо сейчас. Хайме, успокойся. Мы нашли его, секретное логово. Чье логово? Стоун. Логово Фрэнка Стоун. Уверен? Роберт пошел за отцом. А где Крис? Там, та дверь. Она ее утащила и... Ее нет. Крис больше нет. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, ее нет. Я проверю, что там, а ты выведи его подышать. Куда ты, дура, пошла? Тебе же сказали, блядь. Там жопа, нахуй. Так, это мне куда, сюда идти? Ты где, Крис? Тут ее не было. Тут замок. Жутко. Понятно, почему Хайма испугался. Чучело увидел вот это вот ебаное и убежал. Ярни, да ты заткнёшься или нет, блядь? Заебал же ты нахуй мне уже. Ярни!
Ты всю атмосферу, блядь, портишь. Здесь вообще-то туда как-то попасть. Ладно. И что ты нам расскажешь? Ладно. Ладно. Я вернусь к Бонни и Хайме. Да Ярни, ёбаный ты в рот, ты заткнёшься нахуй. Или мне тебя сейчас заткнуть? Покажи, постой. А, показалось. Хайма и Бонни должны ждать снаружи. Ребята, вы где? Я тут с ума схожу. Надо бежать! Валим отсюда! Нет, нет, надо подождать Линду! Линда! Нашла что-то? Хайме? Он жив, но нездоров. Думаю, то, с чем они столкнулись, и порезала Хайме голову. Это типа с чем? Видимо, его только Крис видела. В объективе. Ну же, пойдем, быстрее! Оба-оба. Давай, зависим, давай, чтобы они все сдохли. Нет, не иди туда! Генератор, да? Если я найду, к чему это крепится, может, смогу и отсюда выйти. Thank you.
Только бы добраться туда и на выход. Я долго буду туда все так вот бегать. Все окей. Че, сейчас он сзади меня, да, кажется? Какая платформа будет спускаться? Мне надо будет отбиваться. Оно здесь! Сука, ты тупая, залазь. Так, оно ушло. Надо найти ребят. Да ты заебала.
там не точно туда, или здесь как-то может съебаться? Я нихуя. Только туда. Да куда? И восьмая. Здравствуйте. Ай. Я, наверное, буду совмещать несколько эпизодов, потому что это глупо так вот. Такие короткие эпизоды делать. Сделать один нормальный эпизод. Отразительно.